Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале «Счастье есть». Сегодня 31 декабря, и уже совсем-совсем скоро мы с вами будем встречать новый 2024 год, год дракона. Очень надеюсь, что этот год принесет вам много-много удач, много-много счастья, здоровья, хороших людей на вашем жизненном пути. Ну и, конечно же, отличных обзоров и покупок. И давайте я вам сегодня покажу свои покупки из интернет-магазина Wildberries. Все ссылочки будут внизу в описании к этому видео, все цены в уголочке на экране, не пропускайте. И также хочу похвастаться своими двумя подарками, которые я уже успела получить. Есть чем похвастаться, поэтому буду хвастаться. Итак, начнем мы... Все-таки сначала с покупок. Первая покупка ко мне пришла вот такой вот коробке. Мне нужны были туфли, ну, такие на выход. 1-2 раза одеть на елку. Конечно, если они проживут дольше, я этому, безусловно, буду очень и очень рада. На это и был тоже расчет. Вот в такой вот коробочке, потрепанной немножко, но не страшно. Так, размер я выбрала 37. Они идут в размер, они идут на среднюю полноту ножки. Сели они очень идеально, очень изумительно. Все было хорошо, я ничего нигде не натерла. Вот такие вот классные, с бантом. Люди, которые видели эти туфельки, их оценили, сказали, ух, какие черевички классные, вот, но есть большой-большой минус, по отзывам это тоже было указано, я была к этому не совсем готова, не успела их отнести в ремонт. Минус заключался в том, что у всех, кто их брал, очень быстро в негодность приходят набойки или даже происходит вот такая ситуация, как у меня. Я вот успела в них отходить, и под конец уже вечера одна набойка потерялась. Поэтому придется, конечно же, нести в ремонт обуви и менять набойку. Набойки сразу две. Здесь просто ставить новую, а здесь менять на хорошую, на качественную. Но в целом, посмотрите, какие они классные. Был отзыв, что туго одеваются. Но мне кажется, там совсем полнота будет такая. То, что у меня одевалось достаточно все легко, а у меня полнота, ну, средняя, что ли. Я не мерила свою ногу, но в узкие я не влезаю. Вот. Поэтому у меня все хорошо застегнулось. Вот такие вот красивые черевички с бантами. Удобные, комфортные. Но если решитесь их купить, то меняйте сразу набойки. Даже не думайте. Следующая покупка. Здесь будут примерки, я брала их для дочери, эти вещи, сначала их померила в магазине Zola, потом посмотрела их на Wildberries, они оказались там подешевле, поэтому приобрела я их на Wildberries. Нашла их там, вот такой вот свитерочек, легкий, красивый, яркий, но мне кажется, не всем понравится ткань. Дочери моей понравилась, она с удовольствием его носит. Такой больше синтетический, что ли. Я бы выбрала что-то понежнее, но вот она сказала, хочу этот и все. Размер L. Примерка будет, естественно, на мне, чтобы не было никаких снова неприятных ситуаций, тем более под Новый год. Это 48. Вот на мне как раз-таки будет 48. Указан рост 170. Такой вот нежный, такой оверсайз, отличный свитерок. По составу 27% полиэстер, 68% акрил и 5% эластан. Следующий уже для меня. Все-таки нашла я ту самую идеальную водолазку, светлую, которая не просвечивает. Нашла я ее именно в Zola. Но, видите, небольшая ниточка. Ничего, аккуратненько подрежу, не страшно. Главное, что размер подошел. Я, правда, взяла тут прям 2XL. Отличная водолазка такая. И действительно не просвечивает. Для меня это было важно. Я пыталась заказать себе как-то на Wildberries, но там она просвечивала. Так, по составу здесь 80% вискоза и 20% нейлон. Очень мне понравилось. Такие вот рукавчики. Замечательные. С джинсами носить или просто с брючками. Сейчас вот как раз сезон холодов. Просто шикарно. Следующая моя покупка. Вот такой вот диффузор для дома, 50 миллилитров. Упаковка очень хорошая, сделана с любовью. Какая-то даже спасибо, что выбираете Флёр Формула. Длительность до 30 дней. Состав жидкости – это ароматическая композиция и растворитель.
Вот такой вот аромат. Я выбрала Баунти. И палочки. Итак, ну, по запаху через пузырек вообще непонятно, чем пахнет. Никакого запаха нет. Поэтому пузырек надо открывать. Ну что, девочки, пахнет очень и очень вкусно кокосом. В общем, супер-супер-пупер классный аромат. Мне понравился. Далее я взяла, наконец-то нашла то, что мне очень и очень нужно. Это вот магнитное крепление, модель Е20, серебряный цвет. Тут все заклеили наклейкой, сколько килограмм выдерживает. Есть такие, которые выдерживают прям много-много килограмм. Вот. Ну, у меня попроще. Для того, чтобы вешать, просто вешать на дверь, на входную дверь, венки новогодние или какие-то там, не знаю, осенние украшения, в зависимости от времени года. Вот такие вот 4 крючочка. Они поворотные. Ну, классные. Ой, магнитятся очень хорошо. Теперь никаких проблем не будет. Как же прикрепить какие-нибудь веночки на дверь? Все оказывается просто. Все придумано до нас. И если бы не Валберес, знать бы даже не знали, да, о том, что существуют такие вот крючки. Просто лазила вот в разделе со всевозможными новогодними украшениями и так далее, увидела вот эти вот крючки на дверь. Поэтому, естественно, заказала. Классная вещь, согласитесь. Следующая покупка, это тоже будет новогодний подарок. Здесь, посмотрите, тоже хорошо все упаковано. В картонную коробочку, никаких наклеек, была дополнительная слюда, на которой как раз-таки была наклейка Валберес. Вот она. Посмотрите, какая прелесть. Планшет с алфавитом. И еще цифры. Продавцов таких вещей на Валберес очень-очень много. Поэтому я искала, знаете, наверное, по доставке. Мне надо было, чтобы доставка была быстрее. Хотя были варианты такого же планшета чуть-чуть подешевле. Ну, красота. Деревянные буковки, легко их вынимать, есть вот специальные такие окошки поддевать, и цифры. В принципе, с покупками из интернет-магазина Валберес мы закончили. Давайте я, наверное, сейчас вот это все уберу и покажу вам, что же мне подарили. Первый подарок от бренда Бион, два вот таких вот замечательных бьюти-бокса. Первым у меня, смотрите, какая прелесть. Парфюмированный гель для душа. Аромат называется свежий цветочный. Он действительно очень-очень приятный. У него, знаете, нотка такая кисленькая, что ли, немного цитрусовая. Как конфетки. Цитрон, да, вот мне немножко напоминает даже их. Аромат очень приятный. Вот такой вот гель для душа. Дальше здесь же, ой, по объему 260 миллилитров. Девчонки, я вам оставлю ссылочку на интернет-магазин этого бренда и попробую их найти на Валберес. Там тоже оставлю вам ссылочку. Если они есть, то сможете пройти и заказать для себя. Потому что некоторыми из этих товаров, вот я обратно положил в коробочку, но некоторыми мы уже с дочкой пользуемся, нам нравится. Вот она, в частности, пользовалась уже гелем для душа, протестировала. Вот, ей понравился. Замечательный гель, не сушит кожу, все хорошо. А я пользовалась вот таким вот лосьоном для рук и тела. Свежий, цветочный, такой же аромат. Объем здесь 200 мл. Он был зафольгирован, то есть все было достаточно гигиенично и хорошо. Аромат такой же, вот как у геля для душа. То есть с легкой такой вот цитрусовой ноткой. Текстура, я бы не назвала его все-таки лосьоном. Как по мне, так он больше похож все-таки на крем. Хорошо увлажняет, хорошо питает и достаточно быстро впитывается. И еще в этом наборе был вот такой вот парфюмированный мист. Таким же ароматом, свежий, цветочный. Его я тоже уже тестирую и тоже очень-очень нравится. Быстро впитывается, оставляет приятный аромат.
не сильный, но при этом чувствуется. 105 миллилитров. Вот такая вот тоже прелесть. Красивые бьюти-боксы. Очень была рада, когда мне их подарили. Вот. В этом году вот прям подарочки по душе. И я этому, конечно, безусловно, очень и очень рада. Так, это у нас получается первый подарок от Бион. От бренда Бион. Второй тоже вот в таком же боксе, в такой же коробочке фирменной. Здесь серия Биокристалл, блеск и питание. 88% натуральных ингредиентов. Натуральное масло конопли, 100%. Масло органы, омега-3, без сульфатов, без парабенов, без силиконов. Это вот прям вот был подарочек для меня. То, что мне и нужно, бессульфатное. И как раз-таки для окрашенных волос, прям вот попадание 10 из 10. Это вот такой вот шампунь. Объем 400 миллилитров, я его тоже уже тестировала. Очень приятный такой фруктово-ягодный аромат. С удовольствием вам рекомендую. Шампунь понравился, не сушит волосы, хорошо пенится, хорошо все промывает. Вот то, что мне и нужно было. И также здесь вот такой вот бальзам для окрашенных волос. Также с маслом конопли. Волосы после него гладкие, волосы блестящие, в общем, замечательный тоже такой вот бальзамчик. И также в этом наборе третья ступень, это вот такой вот спрей-кондиционер для нормальных и сухих волос. Вот прям я говорю, попадание действительно 10 из 10 для моих волос. Гиалуроновая кислота, термозащита, мягкость и блеск, антистатический эффект, без смывания, без утяжеления, согласно вот со всеми пунктами. 200 миллилитров здесь объем. Тоже очень понравился, замечательный такой вот спрей-кондиционер. После шампуня, после бальзама дополнить уход за волосами. В общем, я, конечно, довольна. Посмотрите, какие классные у меня бьюти-боксы мне подарили в этот раз. Очень понравился мне вот этот бренд Бион. И я бы вам его, конечно же, с удовольствием рекомендовала. Попробуйте, я думаю, вы тоже оцените. Помните, совсем недавно в обзоре Галамарт я вам показывала замечательный чайный набор. Две пары. Две чашечки, два блюдца. Я их уже подарила человеку, которому я подарила этот набор. Он очень ему понравился. И я получила от этого же человека тоже замечательный подарок. Сейчас вам все покажу. Я так поняла, что это все приобреталось, скорее всего, в ленте. Поэтому вы сможете там это все найти. Первое. Это вот такой вот набор. Здесь 5 пряников. Фигурки для украшения, всевозможные шоколадные шарики и, конечно же, сахарная пудра для того, чтобы сделать глазурь. Вот такой вот набор. Будем с дочкой украшать, ей нравится заниматься вот таким творчеством, поэтому мне понравилось. Главное, что тут готовые пряники, их выпекать не надо. А украсить, да милое дело. Вот сегодня, может быть, как раз-таки мы этим и займемся. У меня набор вот прям вот для кухни мне подарили, для готовки. Поэтому я, конечно, этому очень-очень рада, так как сама люблю готовить. И вот такой вот, такая вот форма для выпечки от бренда Талер. Кексы выпекать, какие-нибудь маффины. У нас они постоянно. Я заморозила очень много-много своей земляники, своей малины. И мы периодически выпекаем кексики. Вот как раз такая вот формочка нам в помощь. Будем это делать быстрее. И состав силикон. Силикон очень-очень плотный. Прям очень качественные формочки. Мне кажется, сюда даже можно не вставлять дополнительные формы, и так все будет хорошо. Дальше. Очень я рада, что я не успела купить в фикс-прайсе такие щипцы, потому что мне их подарили. Они чуть-чуть поменьше. Вот такой вот замечательный набор. Щипцы и лопатка. Все вот эти вот вещи, да, вот новогодние какие-то, вот как здесь именно варежки, Дед Морозы, снеговики, все это у меня после новогодних праздников я собираю вместе с елочкой, с елочными украшениями убираю до следующего года. Вот, поэтому у меня всегда в новогодние праздники прям такое хорошее настроение, потому что я достаю всю вот эту посуду и с удовольствием ею пользуюсь. Дальше. Мне подарили, ну, это вещь хорошая, но, к сожалению, я ее, скорее всего, отдам, наверное, брату или
или папе, потому что у меня такой есть наборчик из FixPrice, я приобретала там. Это парковочная автовизитка, очень хорошая вещь, светится в темноте, магнитная, то есть набираете свой номер телефона, оставляете в машине на приборной панели. Если вы там вдруг как-то припарковались неудачно, да, чтобы человек смог до вас дозвониться, чтобы вы его выпустили. В общем, отличная вещь, рекомендую. Такую вот автовизитку мне тоже положили в подарок. Хороший, кстати, подарок, ничего не скажу, но у меня уже есть. Дальше вот такое, опять же, будет убираться на летнее хранение, ситечко для заваривания чая. Смотрите, какая прелесть. Видите, бренд называется Home Club, и я этот бренд видела как раз-таки в ленте. Поэтому, мне кажется, там сможете найти. На чашку вешается такой колпачок, сюда чай. Как его туда насыпать? Сейчас мы разберемся. А, вот таким вот образом. Насыпаете сюда чай и в чашечку. И бонусом в этом наборе еще вот такое блюдечко. Для этого же потом ситечко. Так можно поставить. Ну, красота. Согласитесь? Милые такие подарочки, мне очень-очень нравится. Казалось бы, мелочь, а приятно. И вот это я бы прям на сладенькое ставила, потому что, ну, настолько понравился этот набор, что это просто что-то такое сказочное, что-то прям новогоднее-новогоднее. И по настроению, по моему, это вот такие гномы. Соль, перец набор. Посмотрите, какие они классные. Вот в них я прям влюбилась. Как только их увидела, прям вот любовь с первого взгляда. Смотрите, какие они. И вот на такой вот очень приятной, замечательной ноте новогодней я бы хотела с вами сегодня попрощаться. Показала вам все свои покупки, свои первые уже подарки, которые получила в уходящем еще году. Поздравляю вас всех с наступающим новым 2024 годом. Желаю вам его встретить в хорошей компании и чтобы все у вас было хорошо. Берегите себя и своих близких. Все ссылочки в описании к этому видео. До новых встреч. Пока-пока.